Игра началась. Смотрим. И вот состав хозяев. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Пока неплохо. Нужно выходить вперед, бей! Вратарь! Вот это сейв! Отличный отбор, но кому достанется мяч? Это может быть опасная атака. Мяч брошен, не хотят терять ни секунды. Сыграно жестко, но в рамках правил. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Мелкадзе! Совсем немного не точно, чуть выше ворот. Может получиться интересная атака. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Решил пробить. На месте голкипер, все в порядке. Игра остановлена, будет угловой. Удар головой. Александр Кокорин. Отлично сыграно, надо решать. Велик, бей и выводи команду вперед. Магомед Оздоев. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Футбол быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Георгий Мелкадзе. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Новосельцев. Это может быть опасно. Нужно забивать. Гол! И они выходят вперед. Спокойненько закатывает мяч в сетку. Издевательски просто. Но ведь ему позволили это сделать. Позволили получить мяч, пройти к воротам и сделать то, что он сделал. Да, покуражился парень, но особо стоит отметить, конечно, его технику исполнения на высочайшем уровне. 1-0. Сейчас будет веселее. Александр Кокорин. Блестяще сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Защитник хорошо разобрался. Не дал пройти этому навесу. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Душсантуш Авейру. Эльмир Набиуллин. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Это может быть опасно. Опасно! Очень не то. Замена. Интересно, перестроится ли как-то команда после нее.
Все верно. Пора сместить акцент атаки. Пока неплохо. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Какой шанс у Алекса Хантера? Не точно удар. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Джеймс Маккарти. Тренер домашней команды сейчас произведет замену. Игрок уже хорошенько размялся и готов выйти на поле. Миранчук. Оздоев. Денис Черышев. Александр Кокорин. Терпеливо ждут они своего шанса. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Навес. Ужасное исполнение. Вратарь мяч. И играть еще полчаса. Какой-то, знаете, между собойчик. Эльмир Набиуллин. Тут может что-то получиться. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Навес. Черыша. Верный момент он сейчас упустил. Тут забивать надо было. Да, всех прошу, и нужно было только попасть. А он, к сожалению, не смог. Кокорин. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешение судьи. Оздоев. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Это может быть опасная атака. Есть адрес для передач. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Отличный навес. Сложный мяч. Лучше не рисковать. Сравнивать нужно. Фух, выдохнули. Можно начинать свою атаку. 15 минут до конца основного времени матча. Отлично сыграно. Надо решать. Он с мячом и продолжает. Александр Кокорин. И есть гол. Этим мячом они упрочивают свое преимущество. И надо сказать, счет по игре. Очевидно, что команда не собирается останавливаться на достигнутом. Пока мы видим игру в одни ворота. Футболисты явно поймали кураж. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Джеймс Маккарти. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Загружает мяч в штрафную площадь. Голкипер забирает мяч. Свисток арбитра, игра рукой. Мелкадзе. Это может быть опасно. Мяч летит в штрафную площадь. Какой удар! Гол! Мяч в сетке! Этот гол забил игрок, вышедший на замену, обращу ваше внимание. Отличная атака, отличный гол. Просто идеальная передача была тут. Хочешь, не хочешь, а забьешь. Да, выложил мяч буквально на блюдечко. Еще раз смотрим гол. Отлично разыграли. Очень хорошо пробил игрок. Стандарт действительно удалось реализовать. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Пока неплохо. Ждем навес. Атака остановлена, но кто получит мяч?
3-0 окончательный счет этого матча. Игра вышла неоднозначно. Ну, правда, если с другой стороны посмотреть.